Пожалуйста, фиолетовое либо золотое, пожалуйста. Красное! Ребята! Да! Хей, всем здорово, чуваки, с вами, как обычно, я, Ролюха, мы продолжаем играть в Разбир КРМП на 13-м сервачочечке. И сегодня, ребята, у нас просто грандиозное, мощное, масштабное открытие кейсов. Потому что сегодня мы откроем ровно 40 разных кейсиков. А именно, ребята, у нас сегодня 10 кейсов форсаж. Это у нас будет на концовочку. И 30, ребята, и 30 оперских кейсов. Просто пипец. Сегодня выпуск мега мощный. Просто мега мощный. С тебя лайкосик за такое. Подписочка, если еще до сих пор этого не сделал. Обязательно. Просто, если ты кушаешь, приятного тебе аппетита желаю. И приятного просмотра, конечно же. Ну, а чтобы поиграть вместе со мной, нужно это дело все скачать. Да, как бы ссылки есть в описании. Ну, а если поподробнее, то вот так вот. Все очень просто, ребята. Нажимаешь на название, переходишь по первой ссылочке. У тебя открывается сайт, нажимаешь регистрация и вводишь свое имя и фамилию на английском. Имя, потом фамилию, вот так вот. Тут нужно ввести электронную почту, придумать пароль, поставить галочку и нажать зарегистрироваться. Тебе придет код на почту, вводишь его, подтверждаешь. Опачки, все, почти готово. Нажимаешь на крестики, теперь нам нужно закачать игру. Загрузить, нажимаешь. Переходишь на сайт и нажимаешь установить. Ждешь скачечки, ну зависит от интернета твоего, да? Быстро там или медленно. Все, играть, нажимаешь тут, разрешаешь как бы, почти готово. Тут нам нужно загрузить обновление. Да, загрузить нажимаешь, оно у тебя закачивается. Вводишь свой никнеймчик и выбираешь 13-й сервер. Я играю только там. Нажимаешь далее, играть, вводишь свой пароль от аккаунта, который ты придумал при регистрации своего аккаунта. Все, нажимаешь войти, тебе еще раз на почту придет кодик, ты его тоже вписываешь, и вот он, Hustle Online, ребята, вы зашли, поздравляю. Теперь вы готовы играть и покорять этот мир GTA на телефонах, ребята, всех жду. Ну и, конечно, в игре не забывайте вводить мой промокод Райлюха, который даст вам бонусные бабосики. Очень просто, в чатике просто пишешь пи-код и все, вот. Вводишь промокод! Итак, все, ребят, давайте я вам покажу, что у нас вообще сегодня за кейсики. Оперские кейсики мы открывали вроде в предыдущем видео про открытие кейсов на размерчике. И мне там выпадал только шлем Алтын, ребята. Я себе хочу Dodge Charger, наверное, сегодня. Либо вот эти фиолетовенькие вещи, либо скин. Да, остальное я буду стопудняк продавать, стопудняк. Вот если мне бот, ну, блин, вот я даже думаю и дожик буду продавать. Короче, глянем, ребята, все. Первый кейсик, ребята, пошел. Надеюсь, лайки вы уже завезли. Первый оперский кейс пошел нафиг. И давай посмотрим, что выпадет с первого кейса. УАЗик за 400, блин, тысяч рублей. Ё-моё, вот это лутик, это только с первого, да? С первого кейса уже синенькая выпала, да? А как ты знаешь, вот беретик, очки, москвич, УАЗик, потом мазочка, УАЗик, Ford Focus. Это такое себе. Ну вот, конечно, вот синенького начинается уже более-менее, да. Ну хотя бы сегодня, знаешь, такая серийка бабок чисто подзаработать. Окей, сразу же второй кейсик. Погнал, погнал, посмотрим, что выпадет нас со второго, блин, кейса. Давай, 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 опа, очечки. Очки нара, ребят, не надо, нет, опачки. И третий кейс, раз, давай, Ролюха, давай. Сразу же просто на скорости открываем следующий кейсик и смотрим, что выпадет. Выпадает нам москвич, который нам нафиг не нужен. Ребята, как вы помните, у нас лутик зависит от чего? Вот от чего, ребят, зависит наш лут в открытии кейсов. Правильно, вот самые такие вот подписчики, которые всегда смотрят открытие кейсов, и вообще мои ролики часто, те знают, что зависит от места. От места, в котором мы это дело все открываем. Поэтому берем вот таким вот способом. Опачки, трюкачим нафиг. Раз. И куда-нибудь заезжаем. Вон, на мостик. Хотя бы, ребят, на мостик. Хотя бы на мостике возьмем и попробуем просто открыть. И ты вот тоже лайкосик нажми, если еще лайк не поставил, ребята. Вот лайк обязательно. Просто лайк это обязательно. Ну и, кстати, вообще, ребят, чуть не забыл. Вот, извините меня. Как у вас дела? Как у вас погода за окном? Как у вас настроение? Все пишите тоже в комментарии. Потому что комментарий я читаю лайку. А самый крутой комментосик, комментарий, да, попадает ко мне в видосик. Не упусти свой шанс попасть ко мне, ребята.
это видео. И пиши свой никнейм на сервере, чтобы я знал, кому давать бабосики. То есть, если я тебя встречу, то я тебе дам бабки. Конечно, если я твой никнейм буду знать. Поэтому, да, пиши свой ник в комментарии, обязательно не забывай. А я открываю следующий кейс. Значит, 27 оперских кейсов, ребята. И напоминаю, 10 форсажиков. 10, блин, форсажиков. Это очень жестко, ребят. Это очень жестко. И синенько УАЗик. Да, ребята, еще один УАЗик. Блин, ну слушай, мне уже, в принципе, нравится эта серия, потому что уже так синенькая выпадает в начале видоса. Прям очень бомба, прям очень бомба. Итак, следующее. Давай, давай. Опять синенько. Форд Фокус троечка, ребята. 700 тысяч, блин. Сегодня, конечно, мега фарм бабок. Просто тоже это дело мы все продаем, потому что мы можем либо забрать, либо продать. И я, вот что мне не особо хочется, как я вам уже сказал, то я буду продавать. Потому что я, ребят, напоминаю, вот из оперского кейса я нацелен либо вот сюда, на скинчик, либо на фиолетовенькое. И вот на крайняк вот этот Доджик Чарджер. Вот, вот если он выпадет, вообще топ. А, противогаз мне нафиг не нужен. Поэтому погнали дальше. Открываем следующий кейсик оперский. Или оперский, как он? Блин, без разницы, ребят. Открываем. Опа, на говно. Луазик, луазик. Да, последний на этом месте. Открываем и сейчас поедем менять уже локацию, потому что что-то тут у нас не финташенький уже не упадает. И москвич, да? Не, луазик. Все, ребята. Берем, садимся в наш, конечно, мата-кеклик. Мотоцикл. Во, а слушай, а я смогу на камень забраться? Ну, а чисто по приколу, да, знаешь? Чисто по приколу на камешек так. Раз. Во! Вот это я паркурчик. Вот это я паркурчик-огурчик. Так, смотри. Берем и вот на камешке реально фигарим следующий кейс. Сразу же просто. Сразу же. Мигом, мигом, мигом. Давай, давай, давай. Посмотрим, что выпадет. Посмотрим, блин. Ёшкин дрын, что выпадет. Ага. Говно. Давай сразу дальше, не будем томить долго, потому что кейсов и так дофига. Надо вот так вот их все пооткрывать динамичненько, чтобы... О-хо-хо! А, это берет. Ребята, это берет! Ё-моё, я думал, что это крутое! Я думал, что это крутое! Я вижу, что-то такое камуфляжное, думал, что-то прикольное. Думал, какой-то противогаз, блин. Ё-моё, это берет за 30 тысяч! Ё-моё, вот там я вижу лес, ребята, вон там вот, мне очень лесочек нравится, вот я бы туда, наверное, сгонял бы, если мне сейчас еще нифига выпадать не буду. Последний кейс на этом месте, и поедем уже в лесочек открывать там кейсики, полюбасу. Полюбасу в лес за кейсиками, полюбасу, за крутым лутом. Опа! Опа, 700 тысяч, как с хустика, Форд Фокус. Все, ладненько, пока нормально. Залутали мы уже 2 ляма, наверное, да, уже. Так, поэтому дай-ка мы отсюда вот так вот возьмем аккуратненько, аккуратненько, паркурчиком. Паркурчиком. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Опачка, попочка, раз, бам, и все. Погнали на тот берег, ребята, в лесочек. Он тут как раз-таки близенько. Вот такой, знаешь, мини-лес, мини-лес. Вот сюда я хочу так. Раз, опачки, барабулька, барабулька. Спустились четко. Да, давай вот тут прям в лесу. Надеюсь, меня тут волки, ребят, не съедят, потому что реально тут есть такая фигня, то что животные бегают, медведи и так далее. Кто-то может сожрать. Так, ребят, погнали дальше. 20 кейсов, значит. 20, блин, кейсов. Смотрим, что выпадет. Так. С первого кейса на этом месте. Говно, ну конечно. Вот как Райлюхе и не выпадет говно. Окей, может быть, вот давай под дерево спрячусь. Просто под деревце. Под деревце. Либо я сейчас на этом месте, либо не будет просто ничего выпадать. Я поеду на свое легендарное место, которое вы, наверное, все уже знаете. Это бревнышки. Это бревнышки на воде. Так, подожди. 700 тысяч, это уже было. Пожалуйста, фиолетовое, либо золотое. У меня золотое ни разу с кейса еще не выпадало. Ни разу, ребят, я реально сейчас поеду на бревна. Помнишь тот ручей в юшке? Я сейчас туда реально... Это берет? Я вижу берет. Я вижу берет, это берет. Пацаны, все, поехали реально на бревна. Просто на бревна, тут же без комментариев. Ни хрена не выпадает. Давай в мотик, опачки. А я заеду наверх? Подожди, вот я сюда спустился, а я наверх-то заеду? Или не заеду, пацаны? Или заеду? Раз, нафиг, вау! Ничего себе! А задним ходом, вау! Вот это мотик у меня. Кавасаки, ребята. Кавасаки, это вам не хухры-мухры. Кавасаки ниндзя. Ниндзя, да, ниндзя. Так, погнали, опачки. Фигарим. Фигарим, ребят. Это легендарнейшее просто место. А я реально не вру. Вот ты думаешь, я шучу, когда я называю то место легендарным? Не, ребят, я не шучу, потому что это реально легенда. Вот оно. Я уже сюда приехал, пацаны. Вот это место, вот эти бревна. Вот эти ветки над ручеечком. На водичке, ё-моё, вот надеюсь, тут что-то выпадет, просто я надеюсь на это, потому что если и тут будет выпадать фигня, ой, я тогда просто разочаруюсь в этом месте, разочаруюсь, так, вот надо вот в эту дырку встать, так вот раз,
аккуратненько. И погнали сразу же. Открываем парочку, сразу парочку, чтобы с первого может не выпасть, а вот потом что-нибудь может да выпасть по любаську. Итак, ребят, смотрим. Это чё? 5 миллионов! Ребята, 5 миллионов! Противогаз черный! Я вам... Блин, ты понимаешь, я только приехал на это место! Только припарковался! Только встал в эту дырку в текстурную! Только открыл! И сразу же мне выпадает красное! Вы понимаете, что это за место? Просто кейсы можно открывать только на этом месте! Только! А я же говорил то, что по любасу это от места зависит! 5 лямов продаю нафиг! Мне уж 19, я начинал видео, у меня было 11 лямов. Это что такое? Что за контент? Окей, в этой же дырочке берем, продолжаем. Ребята, у меня чуть сердце не прихватило, реально. Это что было? Это что было? Так, ладно, это уже простительно, погнали дальше. Ё-моё, ребята. Ой, чуть сердечко не ёкнуло. Ой-ой-ой, врача, 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 по любасу врача. Синенько. Ух, подожди, так, давай дырку поменяем. Дырочку надо поменять вон туда куда-нибудь. Вон туда, полюбасу, ребят. Вот сюда, полюбасику. Мы сейчас заберемся. Так, тут есть дырка? Да, вот она. Вот сюда вот. Подожди, стоп. Аккуратно. И сюда прям так вот. Раз. Нет. О! Идеально в дырку попал. Идеально. Еще 13 стоперских у нас, ребят. 13 и 10 форсажиков. Так, ребята, просто открываем. Открываем в этих текстурках, получается, оперский кейсик. И... получаем красивый берет, который нам нафиг не нужен, ребят. Так, подожди. Давайте бревнышки, бревнышки. И вот одно, вот за ролик одно красное, это как-то не очень. Вот дофига синего и одно красное, ребят, как-то не очень, да? Вот как-то реально не очень. Окей, давай, на этом месте последний кейс. Последний кейс на этом месте, последний. Просто, блин, последний. Реально. Давай, пожалуйста, молю. О, чё молю-то? Ничего нету. Так, ребята, короче, давайте мы отсюда выбегашку делаем. Садимся в мотоцикл, и я думаю, что-нибудь сейчас мы придумаем куда-нибудь другое место, потому что у нас остается в сумме 20 кейсов, получается, 10 оперских и 10 форсажиков. Форсажики я вроде, да, я ни разу не открывал форсажики, это был мой первый раз на форсажиках просто, поэтому надо, чтобы было все четко. О, под мост, ребята, под мост, как вам идея? Заехать под мост. Заеду? На мотике. Ну-ка, подожди, заеду? Заехал, смотри. На мотике под мостик заезжаем. Выходим. Ой, я утопил. И застрял. Я застрял в текстурках, пацаны, буквально. Это мой шанс. Это мой шанс. Используем оперский кейс. Погнали. В воде. Давай, 10 кейсов в воде. Что выпадет? Просто что выпадет? Так, первый кейс. Перед. Пошел в жопу. Второй кейс. Давай, пожалуйста. Пожалуйста, говорю, что-то крутое. Чтобы что-то крутое было. Говно. Пошел в жопу, москвич. Следующее сразу открываю. Ну чё за бред-то, а? Давайте, чё, одно красное за ролик? Уааа! Спасибо! Два красных за ролик! Чёры, противогаз за 5 миллионов! Да, у нас 10 лямов! Просто две краски упали, две красные, и уже 10 лямов! Тоже 5 лямов! Ё-моё! Противогазик! Бомба! Ребята, это бомба, блин! Это мега-бомба! Следующий! Погнали! Не томим. Давай, давай, давай. Чё выпадет? Говно нам выпадет. Так, ребята. Окей, а я спугу как-то. А где мой вообще мотик? А как я сюда вылезу, пацаны? Как я сюда... Как сюда вылезти? Пипец попал, блин. Просто по... А, во. Иду, да? Во. Ребята, в воду. Все. Садимся в воду, присаживаемся. Вот так, раз. Погнали, 6 кейсов оперских. Оперских, 6 еще кейсов. Под водой, быстренько, под водой, быстренько. Посмотрим, что будет. Тогда, пацаны. Смотрим, внимательно, внимательно! Синенько! Нафиг надо, продаем. Блин, да чё мне реально золотого ни разу не выпадет? Пожалуйста! Опять синее! Пошел в жопу! Давай, пожалуйста, у вас и хантеры мне не нужны! Пожалуйста, фиолетовый либо золотой, пожалуйста! Красные! Это просто пипец! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Ребята! Да-да-да-да-да! Да-да-да-да-да! Еее! Ребята! Она реально вот такая будет, полицейская? Она реально вот такая будет, полицейская? Давить? Забрать? Я забрал! Я забрал! Подожди!
Я забрал награды, мои награды. Вот он, Dodge Charger SRT Hellcat. Забрать! Забрать! Я забрал! Так, ребята, фух, сегодня мы на нем покатаемся. Так, смотрим до конца видосик, сегодня мы на нем покатаемся в конце видоса. Или после, вот сейчас, вот после этих кейсов. А, да, еще, да, вот, да, не в конце, а вот сейчас. А, я запутался! Еще три кейсика. Так, ребята, еще три кейсика. Как бы дожить-то? Там 10 лямов, блин, он стоил. Я вам говорю, я его продавать не стал бы. Смотри, фиолетовое и золотое, пожалуйста, еще что-нибудь. Я умоляю, еще три кейса оперских. Я умоляю, просто, пожалуйста, Радмир. Пипец. Еще два кейса, это предпоследний у нас оперский кейс. Оперский, ребят, не забывайте, тоже оперский, еще будет форсажик. Ребята, что за видео? Шлем, ал, ты нафиг выпал, да ладно, это чё? Что происходит? Продать. И последний оперский кейс. Ребят, 31 лям у меня на счету, 31. Ребята, последний кейс и синего. У меня больше не осталось. Этих кейсов остались, ребята, у меня кейсики, форсажики. Сейчас мы их будем, ребята, открывать. Только надо чуть-чуть передохнуть. Буквально чуть-чуть. Так, ребят, короче, нахожусь сейчас на штрафстояночке. Я хочу сейчас оплатить все свои штрафики, если они есть, конечно. Оплатить все штрафы, оплачу, нифига тут, блин, нахасанил. Фух, ребята, чуть-чуть передохнули, совсем маленечко передохнули. И теперь давайте подведем небольшие итоги по нашему первому сегодня открытию оперских кейсов. Я вообще в шоке. Я не думал, что настолько под конец будет четко. Прям настолько. Это вообще пипец. Это что было, бро? Ребята, вот она. Вот мой доджик красивый. Полицейский, просто глянь. Василий Петрович. Открываем, ребята, красоту. Пипец просто. Салончик. Вася. Вот это аппаратик. А мигалки никак не включить, интересно. Так, опачки. Ну да, мигалки пока не знаю, как включить, если, конечно, вообще можно. Так, ребята, затестим. Пипец, просто пацаны. Так его, опа, дрифтун, блин. Интересно, его можно вообще еще прокачать? По максам сразу все сделать, как бы, знаешь, полный, я не знаю, полный атастик, чтобы он был еще в полном тюнинге. Ребята, Вот это серийка. Так, ну едет он такой прям, знаешь, такой кабан, блин, реально едет. Так вязенько, блин, ё-моё. Такой тяжелый, зараза. Но какой он крутой, этот доджик. Вот оцени его в комментарии, просто по 10-бальной шкале, просто по десяточке. Я 10 ставлю, не знаю, сколько ты, но просто десяточку точно эта тачка, блин, заслуживает, реально. И я, ребята, приехал на огородики и на детскую площадочку, и вот к этому самому, как он называется, пятерочке, чтобы открыть здесь, ребята, кейсики. Просто, ребята, это что такое? Что за тачка? Ёма, это вообще мега крутой выпуск. Пипец. Итак, короче, погнали. Вот, мы на детской, ребята, площадочке, и теперь будем открывать, ребята, еще круче кейсы. Это кейсы еще круче. Просто глянь, как они выглядят. Тут, ребята, кепочка, две кепочки, ребята. Потом шестерочка, потом Зазик, потом Бэшка, потом Гончик, Скинчик, потом Toyota Mark, потом Subaru Impreza, потом Mitsubishi Lancer Evolution, потом Mazda RX-7, ребята. Потом два фиолетовых секретных предмета и какая-то тачка крутая. Я вижу, это какой-то тоже Dodge, как будто... А, может, это Dodge Domenico Toretto? Вот так вот видно по очертанию, как будто да. Как будто он такой золотой, да? Ребята, пипец, короче. Сейчас мы это будем открывать. Блин, вот кто реально до сих пор смотрит, ребят, вам большой респект и вот за вас. Погнали нафиг! Фига как кейс круто выглядит, реально топовый кейс, топово выглядит, просто офигенно. И что у нас выбрали с первого кейса? Зазик. Говно. Погнали дальше, ребят. Надеюсь, форсажики сегодня нас не подведут. Блин. Подвели! Уже два зазика, черт, сегодня не везушечка. У меня же язык заплетается, ребят. Опа-на! Это что за лайбочка, бэшечка Е30? Нифига себе, ребята! 300 тысяч!
Продажа! Продажа! Так, ребят, что-то мне это место не нравится совсем. Вот, если честно тебе говорю, погнали куда-то подальше, погнали в деревню. В деревню, проще, сейчас мы на доджике завалимся. Вот это вот топчик, да? Тогда погнали, погнали, погнали. Тут деревушка как раз-таки неподалеку находится. Сейчас мы до нее доедем. Вот тут у нас оффроуд трасса получается. Сейчас мы доедем до деревушечки. Она тут вообще близко. Рукой подать, ребят. Просто рукой подать. Блин, как я рад. Просто как я рад. Потом еще я эту тачку попытаюсь, ребят, затюнинговать. О, тихо. Кюветик. Ё-моё. Чуть не вылетел сейчас нафиг. Ты посмотри. Опа-на! Не застревай, бро. Братан, не застревай. Все хорошо. Так, приехали мы, ребят, в деревню. Вот они, домики в деревне. Так, вот так вот. Опачки. Где лужа? Где лужа? Лужа. Мне нужна лужа, пацаны. Ищем лужу. Она здесь где-то, да? Вот она. Вот она, да. Так, сюда, пацаны. Тачку в лужу. Так, делаем, пацаны, это ритуал. Это наш с вами ритуальчик. Все, вылезаем. И прям в луже, как свинки, как свиньи. Погнали. Топим. Да, как свинки, просто открываем нафиг кейсик первый. Давай. Чё? Кепка, нафиг мне кепка. Блин, давай, да, пожалуйста, братан. Пожалуйста, что-то крутое. Пожалуйста. Что-то вот красненькое. Ну ладно, блин, походу ничего не было от нас этих кейсов. Это форсаж, это топовое, прикольное, крутые кейсы, прям такие вроде как редкие, да? Ну пожалуйста! Ребята, да ну нафиг! Ну! Ну! Сколько у меня еще этих кейсов? Еще 3 кейса, пацаны. Еще 3 кейса, просто еще 3, блин, кейса! Ты понимаешь? Ребята, обидно. Это пипец как обидно, потому что мне нифига не выпадает. Просто нифига с форсажика. А очень бы хотелось, между прочим, чтобы что-то прикольное выпало. О! А так давай мы спрячемся вот здесь. Тогда мы реально вот тут спрячемся. Опачки. Раз. Два. Погнали! Ничего не видно. Надеюсь, сейчас какой-то дроп будет. Лутик, пожалуйста. Лунтик, говорю, лутик, блин. Ту, блин. 2 кейса осталось, это, ребята, предпоследний форсажик, блин. Так, смотрю внимательно, ребята. Форсаж вообще не везучка. Да, мало что-то я их взял. 10 форсажиков маловато. Я думал, прям на концовочку будет четко, но, ребята, все, нет у нас больше ничего. Но у нас есть тачка. Ребят, короче, оперские кейсы реально сегодня навалили очень много бабок. Напиши в комментарии, какие кейсики мне еще пооткрывать на Радмирчике. Да и вообще, залетай играть вместе со мной на 13-й сервер. Кто не играет, тот лошара. Просто вот реально, заходи ко мне. Вот давай просто, да, вот, качай, как бы, все ссылки я для тебя оставлю в описании и в комментарии. Поэтому жду тебя просто с нетерпением. Всем большое спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку. Вы сами... Самое лучшее, ребята, знайте это и не забывайте. Ну а сегодня просто у нас мега топовый выпуск по открытию кейсов. С вами был Ралюха, это был Радмир. Всем удачи и всем, ребят, пока-пока!